синагог. Синагоги в основном середины 19 века, потому что было здесь очень сильное землетрясение, было очень много синагог разрушено, потом их только уже в середине 19 века отстроили заново. Синагоги эти, ну, наверное, такие вот семейные, что там маленькая община всегда молится, и иногда эти синагоги после молитвы просто закрывают, иногда открытые остаются. Вот посмотрим, если увидим открытые синагоги, обязательно туда зайдем. Если будет все закрыто, то значит